Владислав Панфилов решил пойти по стопам отца и продолжить шахтерскую семейную династию. Выбор учебного заведения вполне закономерен. Ленинск-Кузнецкий горно-технический техникум, после окончания которого трудоустройство гарантировано. Зарплата наиболее высокая. Вот. Поэтому занимает хорошее место вот эта работа. Ну, на шахту. То есть потом можно поступить на шахту и получать высокую зарплату, стабильную. Ближе к дому, как вот здесь, хочется остаться в городе одном. В этом году Ленинск-Кузнецкий горно-технический техникум набирает абитуриентов по трем специальностям на очном и заочном факультетах. Общей сложности в техникуме всего 150 бюджетных мест, плюс 60 мест на заочном отделении. Набираем мы, как всегда, по трем специальностям. Это подземная разработка месторождений полезных ископаемых, техническое обслуживание, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования и экономика и бухгалтерский учет по отраслям. Кстати, на экономику и бухгалтерский учет в прошлом году был конкурс 2 человека на место. Кроме обязательных документов, поступающим на горные специальности необходимо и медицинское заключение терапевта для работы в подземных условиях или годен для работы на поверхности. Более подробную информацию о правилах приема и необходимых документах можно найти на официальном сайте техникума. Приемная комиссия ведет прием документов в будние дни с 9 до 17 часов. Телефон 3-36-82. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.